Здрасте. Здрасте. Да тут ругались кое с кем. Чего? Да, началось. Вот я человек, я с России, в России живу, в Сочи. И он начинает меня оскорблять задним приводом. Я не буду вслух это говорить, это нехорошие слова. А за что? Типа я россиянин. Ну, так смотрите, вы же, ну, это вас из Украины оскорбляли, да, люди? Ну, оскорбил именно прямым текстом. Я плохого человеку никогда не пожелал. Я понял, кто он был, из Украины? Да, да. Вот, смотрите, когда вы видите, ну вы же поставили Украину в поиск, да? Ну да, думал, с нормальным пообщались. Вот, вот, смотрите, чтобы нормально общаться с украинцами, я могу сказать, как нужно. Есть просто обычный такой, ну, пароль. Вы когда видите, что человек из Украины, да, вы видите, украинец зашел с вами беседовать, вы ему сразу вместо приветствия говорите: «Путин хуйло, Крым Украина». И все, будете хорошо беседовать. Мне самое интересное, я даже живу в России, но я не за Путина. Вот, и Крым — это Украина. Вот это ему говорите, и все. Это вообще жесть. Это как пароль, понимаете? А, ну ладно, не болейте тогда, удачи вам. Конечно, конечно. Давайте. Давайте.